А вы? Я тоже обожаю, только не жирно. Это как раз тот вариант, который нам понадобится. Эту свинью. Поставь. Тонко нарезать. Если мягкое, можно прям сожгучить, нарезать. Нам нужны тонкие слайсики. Нужно сразу как можно больше с ним намучаемся заворачивать. Так. Ну, пошла заворачивать. Заворачивать медальоны. Угу. Уже подмариновались у нас минут 5. Полежали, может быть, даже и 10. В специях наших, да? В специях наших, да. Да, надо. Уже не надо? Не надо. Надо? Тогда сейчас я красивый кусочек купим. Давайте. Что я заколол? Непонятно. Свинью закололи. Блин, это ж когда-то живая свинья была. Так, сейчас. Вот такой вот получается. Все, пошли. Нам повезло, картофель мы откалибровали, мы разрежем. На две части, это кофе целый. Поперек, режем пополам. Да? Да. Картофель отварим. А медальоны отжарим. Пожарим. Не отжарим. А, там далеко. Мышки надо скушать. Можно не масло, не так как я. Ну все.
Это же потом будет соус. Угу. Самое интересное будет лучше, когда мы будем их прописывать. Надо как попасть. Надеюсь, что они согласны. Потому что мы для красивого курката насолили хорошо. Обожаю лимон. Вам это вообще понравилось? Да. 1000%. Я думаю, да. Единственное. Между прочим, там тут свет. Мягко. А это риски. Если они все медальоны, так вот нам, чтобы они все немножко напитали себе. Сейчас будет еще чуть-чуть и толченочка. Самое главное, что вовремя. Давайте еще раз. Все. Это наш соус, да? Да. Немножко травм добавлю еще. Я думаю, это... Как из томата. Давайте. А, ну да, совсем забыл. Да. Идем же. Это просто винный соус получился.
хватит его украшать. О, это, мне кажется, что-то нормально. Ну, в общем... Ляньте, ля, как Соня. Да ляньте.